Like, I would just... Клишес про это молчит, несмотря на то, что представитель национального таксосовета. Как относитесь к заявлению Трампа по поводу Иерусалима, к ответной реакции ООН, как это повлияет на международные отношения? Ну, я присоединяюсь ко всему мировому сообществу, которое считает, что заявление Трампа по поводу Иерусалима скорее осложнит все, что происходит
происходит сейчас для урегулирования на Ближнем Востоке. Рогозин позволил публично утопить таксу. Но ее не утопили, но такса думала, что ее топили. Вот сейчас в углу, почему в Краснодар не приезжаете, то свирепые бабушки в большинстве. Я не приезжаю в Краснодар, потому что там вообще невозможно получить согласование митинга. Мы очень хотим проехать в Краснодар. Это огромный город, огромная поддержка, много зрителей из Краснодара. Вот сейчас в углу будет проигрываться видео. Вы можете, если там вы нервные, вот так закрыть вот это. Это то, что вот ну, здесь я вижу, сидят люди, некоторые из них закрыли глаза. Есть люди, которые, ну, то есть мы смотрели на это, на все. Как они взяли таксу на глазах у Рогозина и вот просто запихнули ее в какую-то колбу, и вот так дальше ее там утрамбовывали, эту таксу. Несчастная такса, естественно, думала, господи, что ж такое, я сидела только что на ручках и видела каких-то важных людей, и вдруг меня топят. 10 секунд ненависти к Путину. И вдруг меня топят, и эти люди пытаются меня убить. И сейчас я умру. И как бы такса решила умереть и начала глотать этот воздух, вернее, эту воду. Но она была обогащена кислородом, поэтому такса не сдохла. Ее вытащили, ее рвало на глазах у всех. И, ну да, мы конечно, не лицемерные люди. Мы понимаем, отдаем себе отчет, что есть опыты на животных. Да что ж такое? Проще сказать, комментировать мне нечего. Один в как кремлевский себя ведет. А Шари это не РЕН-ТВ, НТВ, а реально качественная работа иногда. Да это не качественная работа. Я не считаю это качественной работой. И ни по Украине, ни по России. Это какой-то странный человек. И мне он совершенно не интересен. Хотя, мне кажется, он уже 80% своего времени посвящает мне. Проводят опыты на животных. Сделайте обязательно новогодние поздравления на фоне Кремля с бокалом. Подумаю. Дайте про такс сказать. Ё-моё, тема беспокоит всех с таксами. Не проводят опыты на таксах. Ну, есть животные, во-первых, на которых проводят. Есть крысы. Я сегодня просто думаю, я скажу в эфире, опыты на таксах не проводят. И загуглил. Опыты на таксах. И мне Google выдает. Вы, наверное, имели в виду опыты на крысах. Либертарианцы должны осознать, что быть молодыми, здоровыми хорошо, но есть еще дети, есть старые, больные. Сейфти называют популизмом, не нарушение принципов либерализма, а расширение гуманизма. Отличный ответ либертарианцам. И Google мне в ужасе дал. Вы, наверное, имеете в виду опыты на крысах, потому что, ну, как бы маленькие гномики, которые в Google ищут ответ, они были в ужасе. Опыты на таксах. И в любом случае, ну, не так проводятся опыты над животными. Но есть какой-то протокол. Точно они должны снимать федеральное телевидение. Ну, это то, что было, это, жестокое обращение с животных. Вы сторонник или противник свободной энергии? Вот Мальцев за. Не знаю, что такое свободная энергия, поэтому не могу сказать. Это реально глупость. Жестокое обращение с животным, так еще и попытка просто пустить всем пыль в глаза, демонстрируя технологию, которая была изобретена в там, 70-е годы. Ну просто глупость и бред. И, конечно, Дмитрию Рогозину должно быть стыдно. Рязань за Навального. Спасибо. Дмитрию Рогозину должно быть стыдно. Он сейчас пытается искупить это тем, что вроде усыновил эту таксу. И сейчас, наверное, так, мы представляем растерянного Дмитрия Рогозина, который приходит домой, жена ему открывает, он стоит с таксой и говорит, я вот ее мучил, и поэтому вынужден ее усыновить. Ну, я не знаю, глядя на то, что он сделал, мы все надеемся, что Дмитрий Рогозин не зажарит ее, не съест ее на ужин, но это все очень плохо. Дмитрий Рогозин